Цены на отечественные и импортные лекарства будут подвергнуты экспертизе. Об этом сообщил Максим Касаткин, зампредседателя правления ТОО «СК Фармация». По его словам, сейчас единый дистрибьютор совместно с Минздравом прорабатывает этот вопрос. Пока известно, что экспертизу намерены проводить на основе сравнения цен внутри страны и за рубежом. Кроме того, учитывать будут и норму прибыли отечественных товаропроизводителей. К слову, на следующий год единый дистрибьютор уже закупил 830 наименований лекарств на 79 миллиардов тенге. И, по словам Максима Касаткина, приобретены препараты по ценам прошлого года. Мы предлагаем объективно, справедливо и гуманно подойти к вопросу ценообразования. Понятно, что результаты валютных колебаний отражаются в целом и на фармацевтическом рынке. Однако необходимо с пониманием подходить к данной ситуации.